Привет, YouTube. Вот в котельной тире винокурне своей перегоняю остатки дешевого сахара, который брал еще по 25 рублей. Первые 20 литров спирта сырца, сейчас будут вторые 20 литров спирта сырца. Ну, аппаратура стандартная, 50 литров под стил, 3-дюймовый. И это мой маленький куб, это большой куб. В общем, работаем, готовимся к сезону, где выгоняем спирт для наших наливок и настоек.